Задание пустоши выполнено, жажда пороха. Я освободил запал, и теперь он направляется к Джиту. С его помощью Джит сможет наладить производство пороха. Доступен арсенал, крепость Джита. Так, 3 из 6. 3 из 6. Здесь-то ничего нет. Здесь, конечно, есть все. Главное, как говорится, не навернуться. Здравствуйте. Сидите здесь в темноте, скучаете, наверное, да? А я вот не скучаю. Потому что не сижу. Я бегаю в темноте. По капканам, да. Весело. Пипец. Это начало. Да. Все, последний лом в конце. Да твою налево, а! Еще с таким звуком дичайшим. Хорошие пещерки. Неплохо, я думаю, здесь бы жилось людям. Но никто не живет. Так, ну скажите мне, пожалуйста, что я ничего не пропустил, а? Скажите мне просто, что я ничего не пропустил. Есть. Фух. Это было напряженно. И чё я сюда припёрся, как... Какого лешего? Какая высота, я даже не понимаю. Да пипец какая высота, по-моему. Да, пипец какая высота. Это я что переключаю? А, фонарик, господи. Мне срочно нужна тачка. Срочно. И вот это мне нужно. Да стоять! Крыса, ты чё? Стоять, крыса! Ну, крыса! Ну, пожалуйста! Долбаная... Да... Пошла ты нафиг. Меня обыграла крыса. Поел опарыш и получил звание водилы. Нормально. Бер Гриллс отдыхает, чё? А там веселый конвой. Ну, давайте. Это не конвой.
что самое веселое. Зато наверху есть задание. Такс, или оно не наверху? Оно не наверху. Я там тебя не придавил. А вот это конвой. В благодарность за уничтожение рыболовов в пещере раб указал вам местонахождение тайника. Но это же не в пещере, я надеюсь. Я надеюсь, это не в пещере же, а? А, ну вот в пещере, но только это другая пещера, и вход, соответственно, в другом месте. А здесь нас ждут. Здравствуйте. Не так быстро, парень. Допрыгался. Ну что тут у нас? О, какая деталь проекта. Да. Отлично. Отлично. Вот это мне нужно. Вот это мне нужно. Со всех уничтоженных машин, насколько я понимаю, теперь будет лом капать. Не знаю в каких количествах, но будет. Ну, вообще, конечно, надо бы заняться плотным захватом крепостей. Ну, точнее, всяких нефтебаз, перегонных и так далее, и так далее, и так далее. И сколько же здесь сокровищ металлолома? 24! 24! Да, именно так. 24. Потрясающе. Феноменально. Просто я офигеваю от здешних сцен за жизнь, скажем так. Да, весело. А можно мне просто посмотреть... Не прах, праху мне можно посмотреть, а просто посмотреть, что собрано, чего не собрано. Нет. Обозначение. Все это фигня. Все это фигня. Информатор. Здесь целая крепость. Интересно, ее можно без сюжетки брать? Но раз информатор есть, черт его знает. Устранитель легионеров помойки. О, опарышевая ферма как раз здесь. А для нее нужно, по-моему, только одна деталь. Но как бы иди догадывайся. Иди догадывайся. А может три, не помню. Да, по-моему, больше, чем одна деталь. А может, у меня остальные уже есть. Да, одна-то у меня есть, а вот может быть, сколько там, две или три детали, это я уже не помню. Ну ладно, давайте сделаем небольшой перерыв, а потом уже додумаем, что там и как. Ну, продолжили.
Что, что, куда, что? Вообще, чего, кого? Погнали! Информатор! Посмотрим, что скажет по поводу крепости. С какой стороны? Я что-то не увидел. Или это оно? Видимо, это оно. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот это было неплохо. Текс. Что тут у нас? Точнее, там, куда он смотрит. Now the Mad Lord Scrotus has ordered his sick pups to set up their camp there. I know they've a hidden treasure just around the what's it called? Wing. Этот лагерь построен у рухнувшего самолета. Рядом с крылом есть какой-то тайник. Простая защита периметра, нет ворот. Наверху детали проекта. Ну вот, насчет того, где детали проекта, это очень неплохо, что мне сообщили. Наконец-то что-то конкретное. А то все эти дополнительный проход, может, как-то там проникнуть незамеченно. Так, черту стелс. Тем более, что он здесь не реализован нифига. Так, дорога там. Ну, погнали. Здрасте. Еще раз. Спокойно. Стрелять в меня не надо. А то я в тебя стрельну. Господа, есть кто дома? Я пришел к вам в гости. Не скажу, что с миром, не скажу, что с хлебом и солью, только с кулаками и жаждой крови. Реликвия прошлого 0 из 1, бойцы 0 из 12, эмблема 0 из 0. Что еще? 0 из 6. О, какие вы красивые-то, смотрите-ка, посмотрите на них. Ха, один попал по этому, по своему товарищу, нормально. Просто. Чувак таран. Иди сюда. Вот так вот. Ну и что тут у нас? Может, у тебя есть чем взорвать? Не? Нету? Ну ладно. Итак, справимся. Хотя должно быть чем взорвать. Хотя, может, и не должно быть чем взорвать. А, вот, кстати. Текс. Ну что тут, просто лут или проход дальше? Проход дальше. Держи плечом, держи по мордасам, еще раз по мордасам, держи парирование, контратаку. Еще одно парирование. Еще 8 контратак. И пару трупов, естественно, напоследок.